Финансовая пирамида в мошенничестве явление не новое. Обычно ее выдают за инвестиционный проект с гарантированным заработком и минимальным риском. Теперь же появилась новая форма – сайт с каталогом образовательных программ. Пользователя просят приобрести дорогостоящую подписку, а при желании сэкономить – привести нескольких друзей. Банк России предупреждает – это классическая для пирамиды схема. По факту покупки, скорее всего, окажется. Качество материалов низкое, а их подача непрофессиональная. Другой признак сайта обманщика – отсутствие контактных данных и адреса организации. Такие образовательные платформы следует избегать, подытоживает Банк России.